День знаний по-особому отметили и в 12-й гимназии имени Шоканова Лиханова в Алматы. Педагогов и учащихся поздравил заместитель акима Ержан Бабакумаров, а в подарок вручил 100 экземпляров книги «Аманат». На торжественной линейке побывала Рамина Мирзалимова. Первый раз первый класс в День знаний. Порог небезызвестной 12-й гимназии переступили 154 первоклашек. Мальчишек и девчонок с важным событием поздравил Ержан Бабакумаров. Заместитель акима Алматы пожелал учащимся успехов и подарил школе 100 экземпляров книги «Аманат». Автором учебника является Кажимхан Масимов, бывший председатель попечительского совета этой школы. Поздравляю с новым учебным годом. Также хочу от чистого сердца поздравить вас всех с Днем знаний и 95-летием школы и отметить, что школа вносит свой вклад в развитие сферы образования страны. Желаю вдохновения и удачи в новом учебном году. Гимназия рассчитана на 1800 учащихся. Здесь когда-то получали образование Куляш Байсеитова, Бельхан Костеев и Нургиса Тлендиев. Теперь по пути известной казахской творческой интеллигенции пойдут и эти молодые ребята, уверены преподаватели. Для меня огромная радость, потому что я принимаю новую эстафету, новое звено, первый класс маленьких детишек. В этом году у нас 154 маленьких малышей переступили порог нашей школы. Конечно, они тоже будут выдающимися, успешными и очень хорошими людьми. Конечно, все педагоги нашей школы будут во всем помогать этим детям. Я сегодня иду в первый класс. Я буду учиться хорошо. Где в школе, наверное, заведу много друзей. Очень усердно готовился в школе. Надеюсь, у меня все получится. Кстати, в этом году на педагогической конференции школа удостоилась гранта на 24 миллиона тенге в номинации «Лучшая организация среднего образования в Алматы». Рамина Мирзалимова, Асет Кундакбаев, телеканал «Алматы».